Итак, Пасха – один из главных христианских праздников. В этот день верующие вспоминают чудо воскресения Иисуса Христа. Торжественное богослужение начинается в ночь на воскресенье. Собравшийся в церкви народ встречает священника и диакона, которые служат короткую полуночницу. Далее – крестный ход. Прихожане с зажженными свечами обходят храм, подпевая хору и разнося весть о воскресении Христа. Затем возвращаются в храм, где служатся заутренняя и литургия. Пасхальное богослужение – сопровождают особыми молитвами, стихами и песнопениями. Во всех храмах Карачаево-Черкесии в ночь с 15 на 16 апреля состоятся богослужения в честь Святого Христова Воскресения. Православные, не имеющие возможности лично прийти в храм, смогут стать свидетелями священного таинства, включив прямую трансляцию пасхального богослужения из Покровского храма города Черкесска. Начало трансляции в 23:20 на Архыз 24.